Но мне показалось, что наш президент пытался подвести какие-то предварительные итоги из своей пятичасовой марафонной встречи с людьми. И два, в общем-то, там аспекта, по-моему, есть. Есть аспект информационный и аспект пропагандистский. Информационный, по-моему, явно ему не удался. И я понимаю, что его помощники долго пытались подобрать какие-то глобальные события. К этой встрече не удалось. По-моему, пустовато было по информации. Ничего нового практически я, например, не услышал. А в плане пропаганды, ну что же, президент, видимо, пытается создать его окружение мнение о том, что у нас великий вождь и учитель, а вокруг него сидят исполнители-идиоты. И если он не решит, то никто не решит ни одного вопроса в жизни. Я думаю, что эта часть удалась. Действительно, есть такое впечатление, что единственный человек, который может починить кран в ЖЭКе или там открыть новую школу или детский сад, это президент. Вот хотел ли он этого результата, я не знаю.